Обучение французскому языку, большие международные культурные проекты. Всем этим у нас в области занимается организация «Альянс Францез Саранж». Рассмотрев выставку Франции глазами детей в моей консерватории, они решили отметить самые достойные работы. Приглашали на сцену руководителя культурных программ Люсин Йофлок и директора Новикову Ларису Юрьевну. Представление
франшизме популярного литературного персонажа Д'Артаньяна по мотивам Пикассо. Можно.
он есть у нас в Саратове. В детской школе искусств номер один работает целое цирковое отделение под руководством Нины Апрестельны-Брана. Сегодня с гимнастическим номером перед вами выступит одна из его талантливых воспитанниц Филимонова и спасительским Ичуком. Thank you.
И снова на сцене профессор Парижской университетской литературы.